Дорогие земляки, реальная повестка – это низкий уровень доходов жителей нашего региона. Я предлагаю свою программу «Шаги к справедливости». Основные пункты моей программы – достойную зарплату человеку труда. Работающий человек не должен быть бедным. Справедливость в ЖКХ, доступность, качество и комфорт. Бесплатное и качественное образование – основа развития губернии. Эффективность, своевременность и доступность – новые стандарты самарской медицины. Социальное жилье, реальная помощь молодой семье. Выполнение моей программы – это путь развития Самарской области. Главная задача нашей партии – все во имя человека, все для блага человека. Михаил Моряхин. Справедливый губернатор. Разумная альтернатива.